Друзья, привет! Я нахожусь на 5-м этаже на нашей террасе. Сегодня у нас очередное видео, и я хочу поделиться, как индийцы празднуют свои праздники. От начала до конца постараюсь все заснять. Вот вы уже видите позади меня, они готовятся, надувают шарики, поставили стульчики. Я так понимаю, скоро должны принести еду, какие-то сладости, будут игры, песни, не знаю, что будет. В общем, посмотрим. Видимо, шарики лопаются уже. И в конце вечера, в конце дня будут какие-то салюты. Вообще не знаю, что будет происходить, потому что я никогда не присутствовала на праздновании индийских каких-то вот таких праздников, поэтому будет и для меня тоже очень интересно посмотреть. Оставайтесь со мной, постараюсь для вас заснять все самое интересное и все, что будет происходить. Всем приятного просмотра! Рассказываю вам немного, как все сейчас происходит. В общем, с самого начала все собрались, пофотографировались, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, пары отдельно, кто хотел. Сейчас, как вы видели, все набирали себе еды, такой типа мини-шведский стол. Все набирали себе, кто что хочет поесть. Там были индийские блюда, такие как рис, сыр панир в соусе, чакни. Чакни — это что-то такое, как... Там были орехи вместе с помидорами, как, ну, такое, вкус был очень сладкий. Потом еще был дал, забыла на русском, как называется, каша, чечевица. Вот чечевица, но ее приготовили так, что она выглядит как подлива, как соус, который идет к рису, очень-очень вкусно. И еще индийские сладости в виде круглого шарика, это в сиропе. И это что-то с рисовой муки, либо что-то с риса, с сахара и в сладком сиропе. Вот так. Вот, сейчас все уже наедаются, общаются между собой, проводят время, слушают музыку. И дальше посмотрим, что дальше будет. Не знаю, вроде бы должны быть какие-то игры, ну а вечером фейерверки. Давайте посмотрим, что из этого будет. Так, тут какая-то игра начинается. Как раз вы можете понаблюдать за индийской одеждой, посмотреть, как индийские девушки одеваются красиво. First is, can you do any pain? Cannot touch. Second is, cannot come down. Halfway are you? That's the, only these two rules. Only need lala. एक बार शुरू नहीं तो कोई नहीं कुछ Вот такая вот была игра. Сначала играли женщины, потом дети, а потом мужчины в ту же самую игру. Как вы видите, я победила, и мне в подарок вручили красивую чашку, которую я покажу попозже. Сейчас играют дети. Андрей, к сожалению, не выиграл.
но момент игры я вам покажу. И потом мужская игра. Now we have a tie between three families. Andrei, Andrei won two of them. He found the first two. Rashmi found another two. Rashmi Sada. Okay. Samrat, son of Indapal and family found another two. Okay, Advik, son of Pankaj and family found another one. Okay, Deepika, sorry. Deepika found another one. Divya found another one. Yay! Since we have a tie, we will give away the gifts later. But thank you for everyone for participating. После игры нам предложили всем вставать в круг и представляться, кто есть кто где живет, как зовут, что за семья. Не знаю, для чего это было нужно. Возможно, для того, чтобы поближе друг с другом познакомиться, потому что очень часто заезжают, выезжают люди и соседи наши, поэтому, скорее всего, это было придумано для того, чтобы ближе познакомиться и узнать друг друга. My name is Gopi. My wife. I am Pujita. She is my mother, Padmavati. We live in flat 521. Yes. Hi, Andhrapal, Sirjan, Samrat and Mandir. Yeah, we used to live, when we came here like 5.5 years ago, 6 years almost, 1, 2, 3, and then we moved out to 2, 1, 3. Hello. You're cheating, again. My name is Jayesh, my wife Priti, and my small... Сейчас будет какая-то игра. Мы записали свои имена и вот распределились самые главные командующие команд. И сейчас вот они выбирают из коробки. Сейчас меня, наверное, позовут еще. Не знаю, кому я попаду и что будет это за игра. Посмотрим.
Chandu. Rashmi, kya pika hai? You have to make us win. Yes, we have high hopes from you. Need some music. Have some music, no? It will be. Пришли уже на парковку, потому что на улице сильный дождь. Я сейчас поближе подойду, вы сможете сами увидеть, услышать. Других мест, где поиграть такой большой компании нет, поэтому все решили пойти на парковку. Здесь очень много есть места свободного без машин, поэтому мы решили побыть сейчас здесь, доиграть, допроводить наш вечер. Очень интересно. Я до сих пор хожу. Знаете, пытаюсь вдохнуть глоток свежего воздуха, потому что была очень активная игра. Я очень рада, что я не подвела нашу команду. Слышите, какой дождь? Посмотрите, просто здесь молния, гром. Обалдеть. Еще был такой момент, то, что после игры никто не мог договориться, победила я или кто-то. Но все сказали, что победила я, и если что, у нас есть видеозапись. Короче, было вообще прикольно. Но я рада, что я не подвела. Несмотря на то, что я уронила второй стаканчик, мне пришлось возвращаться. То есть другие девочки, они уже дали второй стаканчик, а я нет. То есть я чуть-чуть быстрее бегала, поэтому набегала побольше стаканчика, чем другие. В общем, я за сегодня выиграла уже два раза чашку и KitKat. Ну, по-моему, еще что-то в конце дня, в конце нашего праздника что-то получим. И Андрей выиграл тоже. Вот. Все, пошла дальше, снимаю для вас. Думаю, вам интересно, напишите ваши комментарии, поделитесь, нравится ли вам такое мероприятие. So if all the numbers in the first line get tricked, it's first line for you. Okay. And like you know, you cannot
win multiple gifts. Yeah. It's just line and full house. You cannot win like first and second. Correct. I mean, even if you win, you will not be entitled for the game. Right. Okay? Okay. So everyone clear with the rules? Yeah. So, we are waiting for так, сейчас играем в игру. Бинго называется. Чем больше номеров в вашем билетике, тем, и если вы закроете одну линию, тем вы победили. Сейчас нам привезли вот такой горячий чай, раздают самообслуживание, какие-то снеки. Мне вот такая вот штучка досталась, не знаю, что это такое, но очень вкусно. Сейчас все перекусывают и будем дальше играть в игры. Андрей, 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 Андрей! Yeah! Андрей, давай, 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 давай. Молодец. В конце дня нам раздали всем вот такие вегетарианские сладости, но они, если честно, мне не очень зашли, не очень вкусные. А это уже у нас следующий день, потому что в первый день был дождь, как я вам говорила, и не было возможности стрелять салюты, крекеры, запаливать свечи, поэтому сегодня следующий день празднования праздника Дивали. Oh, my God.